Всем привет! С вами канал Лайф Второй Надежды. Мы в прошлом видео смотрели в душу. Сегодня мы посмотрим в сердце. Таро Светлого Провидца. Но действительно, карта выглядит как оракул. Часто его хочется назвать оракулом. И мы посмотрим, что у него в чувствах, что он испытывает, что сейчас ощущает из-за вас. Вы сегодня главный герой этого расклада, потому что мы смотрим, что с ним творится из-за вас. Итак, что происходит в отношениях на данный момент? Давайте будем смотреть. Здесь сколько эмоций в отношениях? Ну, здесь эмоции поделены на троих. Любовный треугольник, и здесь компании постоянно. Мужчине важнее, да, порой бывает, с кем-то встретиться, а не с вами. Здесь ли родственники? Здесь работа его. Здесь есть третий угол, в котором женщина готова была здесь действительно ждать. А для женщины это очень важно было. Ну, здесь ровно до определенного момента. Видимо, ее терпения здесь просто не хватило. Здесь женщина просто разразилась эмоциями или разразилась скандалом. Здесь башня, несмотря на то, что чувства здесь были, но, видите, ей не захотелось иметь соперников, либо соперниц рядом с собой. Даже если соперница это, там, или соперники, да, это его друзья, там, это его работа. Но здесь получается, что время ему нужно выделить не только вам, но и еще кому-то. И, конечно, в такой ситуации, когда ты понимаешь, что ты не в приоритете, долго тебя не хватит, да, можно ждать сколько угодно долго, но терпение здесь не бесконечное. Что у нас мужчина? Давайте посмотрим в целом. Мужчина здесь, не обижайся, но он такой вот мутненький здесь, карта Луна. Он много о себе скрывал и много недоговаривал вам. Причем недоговаривал вам о вашей роли, недоговаривал вам о вашем статусе, который он вам определил. Недоговаривал вам о планах о своих и о своих действиях. Здесь также скрывал свои доходы, скрывал свою занятость, там, где он, с кем он. Не до конца рассказывал вам о своих делах. Почему я говорю, здесь мутный, да, Луна всегда у нас карта такая, которая, ну, не говорит нам, конечно, о честности и справедливости. Только эту честность и справедливость вы восстановили сами для себя. То есть, несмотря на то, что здесь мужчина много чего скрывал, вы все-таки знали, ну, или узнали, да, в один прекрасный момент. Вот это тот момент, благодаря которому или из-за которого лопнуло ваше терпение, хотя казалось, что здесь ждать готовы долго, ну или сколько потребуется. Не хватило здесь терпения. Вы здесь тоже встали в оборону, вы тоже здесь стали говорить о своих условиях. Мы видим, здесь девушка встала, здесь забор. Она с жезлом в руке, то есть она уже понимает, что здесь может быть. Она уже готова здесь защищаться. Она готова здесь защищать свои интересы, границы. То есть здесь женщина тоже очертила определенную зону или определенные условия, за которые мужчина уже не переступит. И за которые она тоже здесь не переступит. То есть если раньше она готова была идти на какие-то уступки, она готова договариваться с мужчиной, то сейчас абсолютно не та ситуация. Здесь, ну, когда твое внимание, там, твою любовь пытаются разменять, пытаются обесценить, конечно, вот какие-то чувства, они уже не будут являться приоритетом для своего собственного выбора, для своих собственных действий. И здесь женщина четко объяснила мужчине, четко показала, что вот она моя позиция. Там вот оно, мое решение. Если оно не совпадает с твоим, ну, пожалуйста, да. Вот она граница, вот она зона, и я тебя в случае чего за эту границу, за этот забор не пущу. Она сейчас четко будет стоять на страже своих интересов, потому что так уже продолжаться не может, и ей это, конечно, не интересно.
А сам мужчина, кто у нас сейчас? Давайте посмотрим, в каких энергиях. Мужчина, который понимает, что все стремительно поменялось. И поменялось безвозвратно, что той там девочкой, девушкой или женщиной, как он вас называл, да, там маленькая моя, хорошая моя, там девочка и так далее, так далее, что этой девочки больше нет. Эта девочка очень сильно поменялась. И вот эти вот энергии понимания безвозвратности, то есть все, да, что-то изменилось, и откату назад здесь это уже не подлежит. Знаете, вот попытка здесь принятия ситуации, но только его все равно здесь мотает из стороны в сторону. Он что, не готов смириться с этим? Не готов, девочки, смириться с этим. Он хотел бы, чтобы вы поняли его, чтобы вы приняли его, чтобы вы, ну, я думаю, здесь согласились на какие-то уступки, потому что здесь ваша четкая конкретная позиция. Вообще, девятка жезлов – это всегда карта подбитого воина. То есть, этот товарищ уже матерый, да, бывалый, и он прекрасно знает, откуда и как может прилететь. Соответственно, он всегда на страже своей территории, своих интересов. Вот ровно так сейчас и вы. Да? На уступки по этой карте не идут, потому что уже, хочется сказать, плавали, знаем. И знаем, к чему оборачиваются и чем заканчиваются там новые шансы, да, там новые примирения после каких-то ссор, после расставаний. И по факту здесь ничего не меняется, да. И вы уже устали от такой ситуации. И вот вы встали, да, есть условия, есть ультиматумы, и все. Либо ты выполняешь то, что я сказала, либо, собственно, ты свободен. Но мужчина все-таки очень надеется, что вы сможете понять его ситуацию. Опять же, здесь, знаете, вот для мужчины, что вы не просто женщина, а здесь 20-й аркан, здесь 10-й аркан. Это все арканы, которые говорят о судьбоносности, это арканы, которые говорят о кармических партнерах. То есть он тоже понимает, что вы в его жизни непростая женщина, там не просто там мимо пробегающая, с которой там он на какой-то момент здесь задержался, и все. И дальше каждый снова побежал в свою собственную сторону. Но вот то, что вы поменялись, вот эта вот ситуация, с которой он не может смириться, никак вот здесь уложить в свою голову у него не получается. Вы раскрылись для него совсем с другой стороны. Что если вы были императрицей, такой, знаете, вот любящей, там, всепрощающей, самой доброй, там, самой терпеливой, то сейчас здесь карта сила, а карта сила — это карта и самоуверенных женщин, и карта сильных женщин, и женщин, которые, если они принимают решение, они следуют этим решениям, да, что если у нее появились какие-то главные условия, там, пунктики, она их будет строго соблюдать. Да, он понимает, что вы не стали жестокой. Вы не стали какой-то там фурией, да, разъяренной. Нет, потому что в силе мы наблюдаем нежную ласку, но в то же время мы видим сопротивление. И это сопротивление очень мощное, если начать давить. И поэтому здесь мужчина, который пытается, видите, все в своей голове уложить, но с вашими изменениями внутренними, да, с вашей личной женской трансформацией, он здесь как-то не особо согласен. Но, с другой стороны, здесь понятно, да, удобно быть с человеком, который закрывает намного глаза, там, прощает, там, делает вид, что не замечает, там, или действительно просто до определенного момента, как пелена вот на глазах была, и просто не видела ни поведения, ни отношения, да, вот вся в любви, и вот любви хватало здесь на всех. А с другой стороны, здесь женщина, которая заявляет о своих желаниях. С другой стороны, здесь женщина, которая четко показала, что есть мое собственное слово, и оно очень сильное. Да? Какие-то здесь ультиматумы не помогут. Да? С чего это я вдруг должна тебя понимать, я должна тебя принимать? Было время, да, но это ни к чему не привело. С чего бы вдруг здесь императрица просто стала в позицию девятки жезлов, да, вот защищая свою собственную зону комфорта и свою собственную территорию. Да, потому что уже покусительств было слишком много со стороны мужчины. Вот, и все, это не самый лучший опыт для нее.
Вот здесь что имеем, то имеем. Но видите, здесь у нас мужчина очень такой вот напряженный. Энергии такие вот сложные, перемешанные. Но видите, опять же, в чем положительный момент, что он понимает, что вы друг для друга родные, да, вот родственные души. И по этим картам тоже можно смело сказать, что вы из жизни в жизнь кочуете рука об руку с этим партнером. В разных ролях друг для друга. В этой жизни, да, как мужчина и женщина. Там в прошлой жизни вы могли быть его мамой, а он вашим сыном. Там вы могли быть его отцом, а он вашей дочерью. И наоборот, да, вы могли быть братом и сестрой. И это все важно. И это всегда такой вот момент, когда ты вроде бы понимаешь, что тебе с человеком уже не по пути, что там общие взгляды, они уже давно стали не общими, что вы смотрите абсолютно в разные стороны, у вас разные цели, принципы, все разное. Но ты отпустить этого человека не можешь, потому что партнеры, кармические партнеры, да, и родственные души, они приходят в эту жизнь не просто так, а для прохождения определенных задач, определенных уроков, которые каждый из партнеров должен пройти рядом друг с другом. И у партнера здесь четкое понимание, что вы меняетесь, и я думаю, свой это урок вы здесь проходите. И проходите довольно успешно, потому что уже есть конкретная выверенная линия, есть мнение, и вы ее держитесь, этой линии. А вот у партнера нету желания, девочки, меняться, да, вот здесь видите, какое желание, чтобы вы снова поменялись, да, чтобы вы снова стали такой, как были раньше, и отпускать вас вот такую, ай-яй-яй, да, какая плохая она изменилась, ай-яй-яй, она стала более настороженной, она стала недоверчивой, она больше не готова на прежние условия, ай-яй-яй какая, да, ну, хочется сказать, ну, брось ты ее, все, что раз тебе все это не нравится, ну нет, живите. Вот эта вот ситуация, она его не отпускает. И да, он, наверное, дорого бы отдал бы за то, чтобы вы снова стали такой, какой раньше. Да потому что он свои уроки, девочки, здесь не проходит рядом с вами. Да, вот есть там какой-то затык, я не знаю, что там, характер, сопротивление. Ну, не проходит. А на сердце-то что у него? Тоже смотрите, здесь сопротивляется тому, что вы очень много значите в его жизни. Здесь мужчина, который понимает вашу важность, а карта «Мир» – это такая вот глобальная карта, и это, более того, это старший аркан. Конечно, здесь важность, но как бы ему, девочки, хотелось, чтобы вот какое-то вот всеобъемлющее такое вот чувство в отношении вас было гораздо меньше, либо отсутствовало еще больше. Ну и рана, девочки, у него на сердце из-за вас. Он понимает, что он сейчас может потерять благодаря, ну, и своему сопротивлению, да, благодаря вот вашей позиции очень родного, посмотрите, десятка кубков и иерофант, да, очень родного, очень близкого человека. Но это у него принципы. Вот он тоже есть, у него некие условия для самого себя, которые он переступать здесь не хочет. Но, девочки, на сегодняшний день из-за вас на сердце у него рана. Здесь действительно страдания. Здесь вот такая у нас тройка мечей, и она очень-очень здесь говорящая. Ну, вот посмотрите, какие вот такие вот теплые домашние карты пошли. Он реально понимает вашу важность в его жизни. Он реально хотел бы с вами и дальше идти в будущее. Причем, девочки, на долгие-долгие годы здесь. Только хочется спросить, в каком качестве. А вот качество девочки здесь вот конкретно, пока он еще здесь не знает и не понимает. Это знаете как? Чтобы мне определить качество, между нами снова должно быть все хорошо. Между нами снова должно быть так, как раньше, когда мы счастливы, когда... Здесь, видите, мальчик со щенком и уже такой взрослый мужчина, и тоже уже собачка старая. То есть он хочет вернуться в то состояние, когда между вами все только начиналось, только зарождались чувства, вы только-только друг друга узнавали. То есть мы тоже здесь видим некое такое условие мужчины, чтобы
я уже сказал, что между нами будет, я должен понять, что ты действительно любишь меня, что ты готова быть со мной. И вот будь, пожалуйста, такой, как раньше, да, вот то, что вот мы здесь смотрели, здесь просто шестерка кубков нам подытожила. Он хочет изменений в ваших отношениях, и он хочет вернуться в ту начальную стадию, когда все было безоблачно, все было вот чинно, благородно, вот и просто прям вау-вау, как хорошо. Ну, здесь смотрите, конечно, сами, вот, но в любом случае некая башня тоже, вот некий переворот, некие изменения в вас тоже произошли. Такое, как раньше, даже если захотите, долго вы не сможете быть, да, вот притворяться что-то из себя изображать, да, пожалуйста, но только это не бесконечное мероприятие, и терпение здесь тоже. И обида будет, да, я ради тебя изменилась, да, я ради тебя там все забыла, а ты такой, какой ты и был. То есть не забывайте вот этот момент, что если вы меняетесь ради кого-то, это не означает, что кто-то должен меняться ради вас, и наоборот. Вот этот момент четко понимаете. Здесь его желание, да, да, потому что сердце плачет, да, сердце страдает в любом случае. Отпускать вас не хочется. Но видите, тут вот опять же сопротивление в том, что вы стали другой, вы изменились. Вот изменись ты, да, мы с тобой снова побудем в отношениях долгие, да, хорошие, стабильные. А вот дальше уже видно будет, да, что между нами будет происходить. Вот. Ну да ладно, девочки, вот здесь посмотрите, в чем он готов признаться. Там интересный момент, да, там третье лицо всплыло, но здесь, слава богу, это третье лицо на вашей стороне. Если не смотрели, то я вам очень-очень рекомендую. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайк, напишите добрый комментарий, и мы с вами встретимся уже в новом видео. Всем пока-пока.